Ну что ж, интересная монетка попалась, но современная. 50 копеек. И это 50 копеек 72 года. Эх, где же предыдущая серебришка? Вот это болотце. И у меня 2 копейки 26 года. Вот какая хорошенькая. Чистенькая, как новенькая. Вот так вот. Ладно. И в это совершенно невозможно поверить, но на большой довольно-таки глубине была найдена немецкая ложка. Вот такая вот ложечка. Что она делает в нижегородской части? Хороший вопрос. Ну вот такая вот. По-моему, даже латунь. Что у нас тут попалось? И попалось мне 2 копейки 50-го года. Вот такая вот. Довольно-таки грустненькая немножечко. Грязненькая. Ну ладно, пойдет. А где же старина? А старина вот здесь. В этой вот ямке была вот такая вот, не знаю, медальончик. И вот как минимум здесь татарские символы. То есть полумесяц. И, в общем-то, и все. Больше пока что ничего не видно. Может быть, это украшение с пояса мордовского, например. Не знаю. Но интересная находочка. Ну что, есть еще одна интересная монета. Вот здесь вот лежала в кирпичах под березой. Кирпичи. И в них лежала вот такая вот маленькая монетка. И вот, если не ошибаюсь, там написано 1800. Дальше непонятно. Но, похоже, это 1/2 копейки, что ли. Продырявленная, но... Ну ладно, что есть. Скорее всего, это украшение с лошади, а может быть и украшение с платья с мордовского. Или с татарского. Вот так вот. Ладно, отмоем, будет ясно. Но уровень загрязненности здесь просто адский. И вот, в общем-то, наверное, благодаря пляжному опыту хода по говну удалось откопать эти монеты. А так вот, в общем-то, с первого раза не получилось. Ну что ж, копательный день подходит к концу. И попалась вот еще одна такая монетка. 3 копейки 53-го года. Как всегда, в хорошем состоянии. Хоть иди строячком в магаз за квасом.